Пенсионерка из Черкесска Людмила Михайлова, узнав о создании оперативного штаба, решила вызвать волонтеров. Сама она боится лишний раз куда-то выходить, ведь новый коронавирус особенно опасен именно для пожилых граждан. Она попросила купить продукты, банально подсолнечное масло, яйцо, хлеб и сок. Мы предоставим ей чек, сдачу, мы выкинули ей мусор. Как видите, мы находимся всегда в масках, мы перед выездом обеззараживаем руки, всегда находимся на расстоянии, потому что бабушки и дедушки, они в зоне риска, им сложнее, чем нам перенести эту болезнь. Активисты штаба, куда входят молодежка ОНФ и волонтеры-медики, тут же откликнулись на просьбу пожилой женщины. Взяли у нее список продуктов и деньги и отправились в магазин. Все необходимое – хлеб, масло, яйца и воду – волонтеры тут же купили. Мы все купили. Вот чек, вот сдача. Пожалуйста, обращайтесь к нам еще. Спасибо большое. Людям после 60 лет, пожилым, у которых ослабленный иммунитет, им лучше воздержаться, потерпеть это время трудное. Хорошие дни, конечно, настанут. И посидеть дома, лучше дома. Никуда не выходить. Вот так вот, дай бог здоровья, девочки, вам. Напомним, что в Карачаево-Черкесии создан оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса. А на базе ОНФ организована волонтерская группа, которая помогает пожилым и маломобильным гражданам, которые попали в группу риска, и им рекомендовано временно оставаться дома. Если им нужно купить продукты или же лекарства, достаточно позвонить по телефону горячей линии 8 800 234 11. Анета Дышекова, Олег Молхожев, Архыз 24.